Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Pixel 6. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве добавить фотографию к контакту. Открываем приложение «Контакты», открываем функцию «Контакты», открываем любой контакт и в правом верхнем углу нажимаем на троеточие. А затем, если здесь нет кнопочки «Настройки», тогда в нижнем углу нажимаем «Изменить контакт», нажимаем на миниатюрку и нажимаем «Удалить фото», после чего нажимаем «Сохранить». Затем опять нажимаем «Изменить контакт», нажимаем на иконку фотографии и нажимаем либо «Сфотографировать», либо «Выбрать фото из галереи». Но у меня в галерее, к сожалению, нет фото, поэтому у меня нечего выбирать, поэтому я нажимаю «Сфотографировать». Теперь что мы делаем? Теперь мы берем, делаем любой снимок. После того, как мы сделали снимок, нажимаем на галочку и нажимаем «Готово». Нажимаем «Сохранить» и видим, что иконка контакта была успешно установлена. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания!